Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами говорить о наградах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя наша тема посвящена медали за боевые заслуги. Данная награда была учреждена 17 октября 1938 года, предназначалась для военнослужащих Красной Армии, Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск и лиц, не связанных с армией, проявивших смекалку и смелость в борьбе с врагами советского государства, сопряженной с риском для жизни. Данная медаль представляла собой круг правильной формы, вверху которого была надпись «СССР», покрытая красной эмалью. В центре в три строки была надпись «За боевые заслуги», а внизу скрещенная винтовка и шашка. На задней стороне медали до 1946 года выбивался номер награды 1946 года, и до конца издания награда осталась безымянной. Изначально крепилась на красной колодке, прямоугольной, покрытой красной лентой. Впоследствии, с 1943 года, колодка стала пятиугольной, покрытой серой лентой по краям с золотыми полосками. Первым, кто получил эту награду, это уже 20 апреля 1938 года, был советский разведчик, участник войны в Испании, гражданской войны в Испании, Лев Петрович Василевский, рабочий псевдоним Тарасов, советский разведчик, командир разведывательно-диверсионной группы. Впоследствии, когда он вышел на пенсию, автор многочисленных документальных рассказов о работе советской разведки в Испании, в Мексике и в Париже. Также известен тем, что совместно с Анатолием Горским, известным писателем, перевел на русский язык известный роман «Приключенческий Одиссей» капитана Блада. Нужно сказать, что массовые награждения уже начались практически сразу, и первые массовые награждения производились после боевых действий против японцев на озере Хасан, на реке Халхин-Волк, а также впоследствии во время Советско-финской войны. До 1941 года, начала Великой Отечественной войны, было совершено 21 тысяча награждений этой награды. Самое большое количество награждений, разумеется, приходит на период Великой Отечественной войны. Нужно сказать, что статут награды предусматривал неоднократное награждение этой награды, и существует, по крайней мере, несколько человек, у которых было три таких медали за боевые заслуги. Еще интересная деталь заключается в том, что эти награды доставились также не только военнослужащие. Уже летом 1941 года 15-летний школьник из Москвы Женя Нефедов получил такую медаль. Он занимался тем, что тушил зажигательные бомбы, которые немцы сбрасывали на жилые кварталы Москвы. И за один такой налет он потушил 8 таких бомб. За все время существования этой награды было вручено 5 миллионов 210 тысяч таких медалей. И нужно сказать, что с 1944 года президиум КПСС постановил награждать также за 10 лет безупречной службы военнослужащих этой медалью. Однако в 1958 году это постановление было отменено, так как снизилась как бы ценность этой награды. Но еще до отмены этого, в 1958 году, также после войны были боевые награждения этой медалью. А именно в 1956 году, во время венгерского восстания, 196 военнослужащих Красной Армии удостоились этой награды. Спасибо за внимание.